26 декабря в рамках акции «Наши дети» в Сморгонском центре коррекционно-развивающего обучения и реабилитации прошел новогодний утренник. Вот уже более 20 лет по инициативе и при поддержке президента Республики Беларусь Александра Лукашенко ежегодно в стране проводится новогодняя благотворительная акция «Наши дети». Она стартовала 15 декабря и закончится 15 января 2023 года. Новогодние праздники – время радостных ожиданий, приятных сюрпризов и веселых утренников. В рамках проведения акции «Наши дети» в гости к ребятам Сморгонского центра коррекционно-развивающего обучения и реабилитации, которые сейчас посещают 45 детей с инвалидностью, пришли люди с добрыми сердцами. Представители филиала номер 423 ООО «Беларусьбанк» и военнослужащие Сморгонской пограничной группы. Они подарили частичку зимнего волшебства тем, кто в этот праздник так нуждается в душевной теплоте. Дед Мороз и Снегурочка, конкурсы и танцы, веселье и радость. На новогоднем празднике было все. Ребята водили хороводы вокруг елки с разноцветными огнями, пели задорные песни, зажигательно танцевали и участвовали во флешмобе. Организаторы мероприятия постарались, чтобы все дети погрузились в необыкновенный мир неожиданных приключений. Сладкие подарки для ребят предоставил Сморгонский районный исполнительный комитет. Директор филиала «Беларусьбанк» Ярослав Демьянюк вместе со своими коллегами подарили ковер для кабинета, в котором занимаются воспитанники центра, и пакет канцелярских товаров. Военнослужащие Сморгонской пограничной группы – развивающие игрушки. Ребята получили массу положительных эмоций, заряд бодрости и хорошего настроения на весь наступающий год.